дело. Я не слышу. Вы меня слышите, я не слышу. А, Сергеич, мы только что отработали концерт в парке. Да. Пока скройте его. Дело в том, что мы в парке поздравили Вячеслава Сергеевича с днем рождения. Знали, что здесь будут байкеры, мы их тоже поздравили. Знали, что Руслан будет, тоже поздравили. Короче, всех поздравили. Все было замечательно, хорошо. Но сейчас мы будем дарить подарок. Подарок у нас не очень обычный, поэтому мы Сергеевича раздеваем и одеваем. Ну что, друзья, давайте поаплодируйте. Дело в том, что Сергеевич сегодня заново родился в 77-й раз. Все, давайте, показывайте. Да. Дело в том, что так повелось, что Сергеевич у нас главный алкаш. Нет, на самом деле, потому что дарит ему всегда спиртное. Почему-то не знаю. Думает, что ему новые штаны, новые рубашки не нужны, что ли. Вот. Ну ладно, доставай, что. Мы ни от кого не отличаемся. Ну что, доставай. То же самое, понимаете? То есть мы попали в этот раз не в бровь, а в глаз. Да. Сергеич. Самое главное, чтобы у тебя энергия сохранилась такая же, какая есть в данный момент. А здоровья тебе не желаю, у тебя и так его с избытком. В твои годы ты раздаешь столько здоровья, что дай бог нам, Соломоном сопливым, иметь. Друзья, давайте пожелаем, чтобы Сергеич всегда был таким же красавчиком, таким же энергичным, таким же молодым. И таким же целеустремленным. Вот. Не надо плакать, Сергей. Да. На самом деле, человек, который дает, наверное, каждому из нас стимул продолжать дело начатое. Да. Сергеич, с днем рождения. Я хочу, друзья, немножечко добавить. Дело в том, что вот этот человек, это первый в моей жизни человек, который вывел меня в музыку. Это было в 79-м году, в 22-м училище, когда я ему сжег один единственный прожектор авиационный. Пришлось, конечно, выложить денежку, ну что поделаешь. И сегодня он сделал еще один шаг к тому, чтобы я вновь вернулся к музыке, вновь начал работать. Сегодня он мне сказал, не дождешься, чтобы я унывал. Это так? Вот поэтому я и хочу сказать, не унывай никогда. Спасибо тебе большое за то, что ты есть. Настоящий, настоящий. Ключница. Вы поняли, он нам не доверяет. Шутка. Ну что, Сергеич, я тоже был когда-то таким вот маленьким. Это уже так давно-давно, не помню даже вас, сколько, когда это было. Первый фестиваль такой был. Давно-давно, все разукрашенные такие эти, вот с такими волосами. Да-да, иракезы это уже после нас были, я тоже древний. Аксакал у нас. Возьмешь? Возьму. Давайте, пацаны, выступайте. Выступили. Но я не бросаю, как обещал. Давай, Сергеич, с днем рождения. А вот этот тип еще круче. Какие круче. Друзья, мы вас поздравляем с тем, что у вас есть Сергеич. Поняли? Вот у нас еще был начальником лагеря. Мы пионерами были. Я в третьем отряде, он в пятом отряде. Да, он был директором лагеря. А Сергей директором был. Главный пионер. Так что 100 лет уже знаю. Ну ладно, мы долго задержали. Давайте, пусть идет все своим чередом. Сергеич, счастья, здоровья, удачи и всего самого лучшего. Ну, пока. Прямо и правильно. Да. Ну, а я продолжаю.